Новая площадка! Поздно вечером Таю и Рогги играют в догонялки. Эй! Думаешь, не догоню? Таю! Рогги! Я же говорила, что здесь играть в догонялки опасно! Вдруг один из вас пострадает? Больше никаких догонялок, вы меня поняли? Ох уж это Хан. Если не играть в догонялки, то здесь совсем нечего делать. Надо найти место, где можно повеселиться. На следующий день Тая и Рогги возвращаются на станцию после работы. Эй, мы сегодня рано освободились. А что толку? Мы даже не можем поиграть в догонялки. Да, это правда. Похоже, он сломался. Что это с ним? Эй, что ты делаешь? Я завяз, не могу ехать. Можете помочь? Что? Конечно! Раз, два, взяли! Спасибо вам! Да не за что! Пустяки! Но как же ты застрял? Я ехал на мойку после работы, но асфальт еще не высох. Когда я выехал на него, мои задние колеса завязли. Вот что случилось. Вот что случилось. Благодаря вашей помощи я выбрался. Меня зовут Раби, я уборщик. Раби? А я Таю. Меня зовут Рогги. Приятно познакомиться. И мне тоже приятно. Получается, что мы здесь не проедем. Асфальт сырой, а мне надо закончить уборку. Не беда, отправимся в объезд. Что ж, тогда нам пора. Пока, Таю, Рогги! Я никогда здесь не ездил. Из-за нового асфальта у нас нет выбора. Что это? Я не знаю. Интересно, давай посмотрим поближе. Что это за место? Не знаю. Проезд не закрыт. Рогги, нам же туда нельзя. Ерунда, не бойся. Ух ты, здесь так много места. Да, мне тут как-то не по себе. Я этого никогда не видел. Ого. Кажется, здесь раньше была парковка. Что это? Эй, Рогги! Рогги, все в порядке! Здесь так здорово! Это весело! Что ты вытворяешь? Таю, это очень весело! А еще тут есть где спрятаться! Ух ты! Может, останемся здесь поиграть? Давай! Только во что? Может, в догонялке? Ну-ка, догоняй! Отличная мысль, Рогги! Похоже, звуки доносятся оттуда. Сюда давно никто не заезжает. Не догонишь! Это Тая и Рогги! Ура! Ты думал, что поймал меня, Рогги, да? Они все перепачкаются, если будут там играть. Да, я стой! Похоже, им очень весело. Вроде бы никого. Эй, вы! Где вы так задержались? Знаете, как мы волновались? Сито! Хана! О, ребята! Посмотрите на свои кабины! И колеса все в грязи! Где вы так извозюкались?
Но мы просто... Мы играли на старой парковке, тут недалеко. Нам было так весело, что мы совсем забыли про время. Эта парковка уже давно закрыта. Как можно играть в таком грязном и опасном месте? Прости нас! Эй, держитесь оттуда подальше, хорошо? Но... Вы оба! Хорошо! Приключения Тайо! На следующий день Хана и Сито заехали в магазин автозапчастей. Как думаешь, этого хватит? Хана, тяжело же! Зачем ты несешь все сразу? Ничего, как-нибудь донесу. Хана, все в порядке? Все хорошо. Ты посмотри. Хана, ты несла слишком много. Вот дела. Раби. Ух ты. Вот и все. Спасибо, Раби. Хана, сколько ты накупила? Просто вчера мы истратили все масло и мыло на два маленьких автобуса. О, правда? Они играли на старой парковке и вернулись все в грязи. Должно быть, это Тайо и Роги. Мы велели им больше туда никогда не заезжать. Ах, вот как! Им было там весело. Должно быть, они расстроены. Я знаю. Хана, Сито, увидимся с вами позже. Хорошо. Ну вот, я уберусь на парковке. И Тайо, и Роги смогут здесь играть. Начнем. Раби трудится, чтобы очистить парковку для Тайо и Роги. Раз нам нельзя играть здесь, на старой парковке, где же нам играть? Тайо! Что с тобой, Роги? Что-то случилось? Наша парковка! На ней чисто! Что? Смотри! Как это? Ух ты! Как красиво! Хана! Привет! Привет, Раби! Я приехал на осмотр. Ну что же, заезжай! Спасибо! Ого, какой ты грязный! Я занимался уборкой. Что? И где ты умудрился так перепачкаться? Так, в одном месте. Готово, Раби. Большое спасибо, Хана. Хана! На старой парковке теперь чисто! Там кто-то убрался! Она просто сияет! Правда? Хана, может быть, теперь нам с Роги можно там поиграть? Обещаем, мы осторожненько! Можно, Хана! Ночью кто-то убрался на парковке. И Раби тоже здесь! Раби, что тебя привело? Я решил пройти осмотр. Теперь все ясно. Раби. Что? Это ведь ты убрался на парковке, да? Я... Раби, так это сделал ты! Неужели ты все убрал один?
теперь ясно. Но почему ты вдруг надумал там убраться? Ну, Тая и Роги на ней так веселились. Я хотел, чтобы они могли играть там еще. Раби! Понятно. Ну ладно, я разрешаю вам играть на старой парковке. Правда? Но вы должны быть осторожны. Да, конечно! Да, конечно! Раби, это все благодаря тебе. Большое тебе спасибо. Не за что, вы выручили меня. Раби, а ты хочешь поиграть с нами на парковке? Правда? Можно? Конечно! Поехали! Лучше луны. Благодаря уборочной машине Раби у наших друзей появилась новая площадка. Нана приезжает в город. Автобус из провинции по имени Нана приехал в переполненный столичный город. Город совсем не похож на сельскую местность. И как это они строят такие высокие дома? Надо быть повнимательней на дороге. Извините. Какие здесь грубые машины. Эта дорога более тихая. Я поеду по ней. Дорога перекрыта. Раз, два, взяли. Они специально перекрыли дорогу. Значит, я здесь не проеду. Я ее здесь раньше не видел. Привет! Ты напугал меня! Извини, я не хотел тебя пугать. Но почему ты здесь стоишь? Дорога перекрыта. Что? Надо попросить их подвинуться. Макс, можешь отъехать? Ты загородил проезд. Правда, прости, Тая. Не беда. Ну вот, поехали. Спасибо, мне бы не хватило духу. Напрасно, мы здесь все друзья. А ты кто? Меня зовут Нана. Я приехала к вам из провинции. Ух ты, так ты из провинции. Меня зовут Тая. А ты здесь впервые? Кстати, я знаю один очень красивый маршрут. Хочешь поехать со мной? Правда? Было бы здорово. Я здесь ничего не знаю. Спасибо. Покатили! Вперед! Таю решил устроить Нане экскурсию по городу. Ух ты! Просто как картинка, так красиво! Ну как, тебе здесь нравится? Привет, Мэтт! Рад тебя видеть, Тая. Это должно быть поезд метро. Как дела? Хорошо! Тая знаком даже с поездами метро. О, приветствую! Ты ведь из провинции? Надо же! Ну, как ты узнал? Из-за твоего цвета. Ты не такая, как остальные автобусы. Ты знаешь все-все, Мэтт. Ну, удачи вам. Увидимся. Пока. Ого! У Тая много чудесных друзей. Тая! Привет, Бонг-Бонг. Привет! Так ты теперь ездишь один? Да. Меня первого из моих друзей отпустили одного. Правда? Так держать, Бон-Бон. Это все твоя заслуга. Я ехал так, как ты учил, и меня похвалили. Здорово, поздравляю. Тая даже учит молодые машинки. Тая, я буду много тренироваться, чтобы стать таким, как ты. Ладно. До скорой встречи. Пока. Тая, ты такой славный! Что? У тебя чудесные друзья, и ты знаешь все улицы. Да ну, это совсем не трудно. А ты самый главный из автобусов? Главный?
Я права, верно? Я выгляжу таким крутым? Ну, меня можно и так назвать. Ух ты! Как мне повезло, что я встретила в городе босса! У меня есть еще работа, так что мне пора. Как, уже? Прости. Ничего, теперь не потеряюсь. Ладно, тогда до встречи. Спасибо за прогулку, босс. Тайо автобосс, главное не зазнаться. Тайо закончил работу и вернулся на станцию. Привет, ребята! Привет! Босс! Нана! Как я рада! Нана, как ты здесь оказалась? Я потерялась, а Сито меня нашел и привел сюда. Привет, Тайо! Что? Так значит, вы знакомы? Да, сегодня босс устроил мне экскурсию по городу. Тайо, босс? Да. И это было так весело! Я мог бы показать тебе места еще красивее! Что ты говоришь? Как ты смеешь отзываться о моем боссе в таком тоне? О, нет! Нана, если хочешь, мы можем еще покататься по городу! Еще бы! Тогда поехали! И почему всем так нравится Тайо? Тайо, босс? Она считает меня главным, а я не могу сказать ей правду. Босс, что это за здание? Это телебашня. О, да, точно! Я видела ее по телевизору. Босс, я хочу туда! Что? О, нет! Я же никогда там не был. Пожалуйста, босс! Но если я скажу, что не знаю дороги, она будет разочарована. Ну ладно. Хорошо, едем. Спасибо, босс. Отсюда она хорошо видна, значит, я не потеряюсь. Ну, Нана, не отставай. Приключения Тайо. Тайо решил отвезти Нану прямо к телевизионной башне. Ее труднее найти, чем я думал. Кажется, мы уже здесь были. Босс! Да? По-моему, я уже видела эти здания. Похоже, что мы едем кругами. И правда. Мы на самом деле ездим кругами. Это же Пэт. Он может показать мне дорогу к башне. Нана, ты подожди меня здесь. Я ненадолго. Хорошо. Интересно, куда он? А, вот куда надо проехать. Спасибо, увидимся. Пока. Нана, должно быть, ждет. Надо поторопиться. Простите, я тут... Что его так задержало? Босс? Почему не едем? О, простите, но босс сказал мне ждать здесь. О чем это ты говоришь? Ты нам мешаешь. Дай проехать. Но босс велел никуда не уезжать. Ну-ка, пропусти нас. Хорошо. О, нет, ведь босс будет меня искать. О, нет, я же попросила ее ждать здесь. Куда она делась? О, наверное, устала ждать. О, нет! Как же так? Тайо и Нана не могут найти друг друга. Босс! Босс! Куда же он мог деться? Что же мне делать? У тебя все в порядке? Офицер! Босс Тайо попросил меня ждать. А я потерялась, потому что не дождалась и уехала. Что? Тайо? Так значит, ты была с Тайо? Да. Вы можете его найти? Ну, конечно. Он спрашивал нас, как проехать к телебашне. Может, он тоже заблудился? Что вы говорите?
Тайо главный из всех автобусов. Он знает здесь каждую улочку. Что? Главный? Он, наверное, просто пошутил. Что? У нас нет главного автобуса. Тайо новичок, и ему есть чему поучиться. Вы это серьезно? На-на! На-на! О, уже совсем поздно. Вдруг с ней что-то случилось? Босс! А? О, Нана! Где ты была? Я повсюду тебя ищу. Я немного задержался, я знаю. Но ночью телебашня намного красивее. Вот я и решил дождаться темноты. Тайо! Пэт! Я все ей рассказал. О чем? Тайо, как ты мог завести сюда Нану? Ты ведь здесь первый раз. Что, если бы Нана не встретила нас? Теперь жди неприятностей. Нана, я просто маленький автобус, а никакой не босс. Прости, что обманул тебя. Ты на меня сердишься, да? Нет. Мне все равно, главный ты или нет. Что, правда? Благодаря тебе я увидела этот город. Мне будет о чем вспомнить. Я так рада, что встретила тебя, Тайо. Спасибо, Нана. Пора возвращаться, уже поздний час. Хорошо. Ладно. Тайо, ты приедешь к нам в провинцию. Я покажу тебе свой город. Знаешь, в провинции я самая главная. Что? Тайо, больше никогда никого не обманывай. Но ты молодец, что показал Нане свой город. Худший день Нури! У меня отличное настроение. Такси! А? Такси! Прошу вас. Отвезешь меня к мэрии? Я спешу. Прошу, скорее. Хорошо. Я мигом доставлю вас туда. Ну что же, поехали! Раз мы спешим, я прибавлю скорости. О, нет! Зажегся красный. Отлично! Опять? О нет, теперь мы опоздаем. Мы приехали. Ты обещала поспешить, но я опоздала. Мне очень жаль. Я бы успела, если бы не все эти светофоры. Что это? Еще бы чуть-чуть, и откуда здесь все эти лужи? Эге-гей! О, какое несчастье! О, нет! Вот так все и было. Ты могла сильно пострадать. Я самая неудачливая машина во всем мире. О, Нури, это неправда. Тебе сегодня еще улыбнется удача. Правда? Конечно. Нана! А? И Нури тоже здесь? Ну, что с тобой случилось? Что-то не так? О, да так, пустяки. Эй, а почему вы не на работе? Знаешь, мы собирались. Мы будем кататься на теплоходе! Что? На теплоходе? Вам повезло. Я всегда мечтала прокатиться на корабле. О, я знаю. Нури, хочешь поехать с нами? Можно? Да. У Сита сегодня много работы. Ты поедешь вместо него. Как это здорово! Видишь, я же говорила, что тебе повезет. Хана! А? Вообще-то, я уже позвал с собой Бига, так что... мы...
не сможем взять Нури. Что? Извини, Нури. Видишь, Хана, я и правда самая неудачливая машина во всем мире. Ну вот, все готово. Ты можешь выезжать. Спасибо. Но мне пора ехать. О, погоди-ка. А? Та-да! Что это? Это подарок. Вот так. Ух ты! Какая красота! Он принесет тебе удачу. Ты не шутишь? Нет, этот амулет будет всегда приносить тебе удачу. Перестань, так не бывает. Сама увидишь. Так что отправляйся в город и улыбайся пошире. Спасибо, Хана. Хорошего тебе дня. Тебе тоже. Выше нос, Нури. Ой, что это у меня с лицом? Может, амулет и правда действует? Да нет, ерунда. Эй, такси! О, привет. Прошу вас. Я очень тороплюсь. Скорее отвезите меня к Мэри. А? К Мэри? Сегодня утром я туда опоздала. Эй, я опаздываю. Может быть, поедем? О, конечно. Нури снова направилась к городской мэрии. Надеюсь, на этот раз я не опоздаю. Амулет, помоги мне доехать вовремя. А? Зажегся зеленый. Ух ты! И здесь тоже. Ура! А? А вот и мэрия. Ого, как быстро я доехала. Ну что, высадить вас прямо здесь? Сверни-ка направо и высади меня вон там. Что? О, но эта дорога... Где я врезалась? Мне не хочется туда ехать. Но я доверюсь амулету и довезу пассажира до места. А? Ух ты, дорога совсем чистая. Должно быть, ее почистили. Приехали! Я успел вовремя. Спасибо, маленькое такси. О, не за что. Сегодня замечательный день. Амулеты правда действуют. Оказалась заперта в грузовике. О! А? Он куда-то едет. Где это я? Приключения Тая. Никогда не видел теплоход так близко. Ну что, ребята, все готовы к речной прогулке? О, нет! Бик еще не приехал. Всем привет! Бик! Почему ты опоздал? Вы уж извините, мне пришлось сначала отвезти один груз. Ну что же, теперь все в сборе, так что на борт! Здорово! Эй, Таю, а ты чего грустишь? Я все время думаю про Нури. Жаль, что она не смогла поехать с нами. Вот было бы здорово, если бы она была здесь. Не волнуйся, я уверена, что у Нури все хорошо. Поехали. Хорошо. О, нет! Почему я должна сидеть в темноте? Этот амулет не действует.
Хм. А? Мы остановились? Что это за шум? Может быть, это грузовик-монстр? Роги, ты слышал, как кто-то зовет нас? А? А? Я ничего не слышал. Помогите! Роги, кто-то зовет нас на помощь! На этот раз я слышал! Прошу вас, откройте дверь! А? Кажется, это отсюда. А? Пожалуйста! Что? Это Нури! Хан, это ты! Что случилось? Выезжай-ка оттуда. С радостью. Все в порядке, Нури. Да. Как ты оказался в моем прицепе? А? Эй, Биг, так значит, это был твой прицеп? Что случилось, Нури? Нури, что ты там делала? Ну, я уронила свой амулет и заехала в прицеп, чтобы найти его. Свой амулет? Угу. Только он не принес мне удачи. А? А? Ух ты! А! Я на теплоходе! Ага, именно! Тебе повезло! Ты ведь хотела прокатиться на теплоходе! Ого! Не могу поверить, что я здесь! Так значит, амулет все-таки действует! О, нет! Мой амулет! А? Нури, ты имела в виду не это? О, нет! Амулет сильно помялся. Теперь мне опять не будет вести, ведь у меня нет амулета. А, что же мне теперь делать? Нет, это не так, Нури. Но... Если честно, я все это придумала, чтобы тебя подбодрить. Это обычный кулончик. Что? Но раз ты все-таки оказалась на теплоходе, я думаю, что тебе везет без всякого амулета. Конечно, Нури! Ты прокатишься на теплоходе с нами! Ты на редкость удачливое такси! Вы правы! Я самое счастливое такси во всем мире! Конечно! У Нури был нелегкий день. Но он закончился большой радостью. Мы рады за тебя, Нури. Сокровища мои! Сегодня утром Пэт и Руки приехали на техосмотр. Похоже, ему нужен серьезный ремонт. Последнее время было очень много работы. А у нас совсем не было времени на отдых. Это так тяжело. Иногда и мне хочется все бросить. Что ты говоришь, Руки? Пэт, дай-ка я приведу тебя в порядок. Тебе надо поменять моторное масло. А? Масло закончилось. Что же делать? Привет, Анна! А? Как дела? О, вы не могли бы мне помочь? Привезите моторного масла со склада. Я съезжу за ним! Так, посмотрим. О, вот же оно! Что это? Что-то Тая долго нет. Что? Тот же светофор опять сломался? Пэт, боюсь, что нам пора на работу. Хана, придется нам отложить мой ремонт. Хорошо. Надеюсь, все будет в порядке. Ребята! Я нашел карту сокровищ! Карту сокровищ?
Этот значок показывает, где спрятаны сокровища. Я же говорил, это настоящая карта. Наверняка там спрятаны невиданные сокровища. Невиданные сокровища? Ребята, смотрите. Видите значок? Он похож на значок нашей станции. О, правильно! Значит, сокровище где-то здесь. Может быть. Предлагаю посмотреть в компьютере. Посмотрим, что это за место. Эй! Это площадка на парковке! Неужели это сокровище спрятано на площадке? Ребята, отправляемся на поиски сокровищ! Да! Все вместе мы точно сможем его найти. Мне срочно нужно кое-куда съездить. До встречи, друзья! Эй, Роги! А мне не хочется искать сокровища. Ганни, пошли играть. Давай, поехали! Ну ладно. Ребята! Что происходит? Все разъехались! Тайо поехал на площадку, чтобы найти сокровище в одиночку. С остальными было бы куда веселей. Это же Роги! Я должен найти сокровище первым. Он же сказал, что у него дела. Так ты хочешь забрать сокровище себе, так? Я хотел поискать сокровище вместе с Тайо. Кстати, о сокровищах. Не хочешь поискать их со мной? Но, Ленни, мы ведь могли сразу поехать с Тайо. Ты что, не понимаешь? Ведь тогда нам пришлось бы с ними делиться. Да, ну... Значит, ты не хочешь искать сокровища со мной? Нет, дело не в этом. Ганни, ты ведь мне поможешь. Хорошо. Ура! Тогда вперед! Подожди! Фу! Может, здесь? Да где же это сокровище? Кто это? Я легендарный хранитель сокровища! Хранитель сокровища? Такой жадный автобус никогда не получит сокровища! Если ты сейчас же не уйдешь, я съем тебя живьем! Пожалуйста, не ешь меня! Надеюсь, что Тайя не доберется раньше нас. Спасите! Разве это не Роги? Куда это он так торопится? Ленни, Роги! Тайя! Что вас так удивило? Вы тоже приехали сюда искать сокровища? Мы нет. А что, здесь был кто-то еще? Да, Роги пытался найти сокровище в одиночку. Думаю, он собирался оставить его себе. Так что я отпугнул его. Так это Тайо обратил Роги в бегство. Как бы заставить его уйти? Тайо, вообще-то мы разыскивали тебя. Правда? Но... Зачем? Хана сказала, что ей срочно нужна твоя помощь. Правда, Ганни? Да! Но я же еще не нашел сокровище. Ты должен спешить, это срочное дело. Ну ладно. Значит, придется ехать. Ленни, ты уверена, что так надо? Жаль, что пришлось обмануть Таю, но что поделаешь? Поехали искать. Как скажешь. Приключения Тайо. Не могу поверить, что мы ничего не нашли. Нам надо было искать сокровища с остальными. Эй, вы! Ха! Как вы могли мне наврать? Хотели от меня избавиться, так ведь? Что происходит? Ты заставил Роги убежать! Что? О чем это вы? Роги? Тайо, ты притворился легендарным хранителем, чтобы напугать меня? Ну и что? Ты
хотел оставить все сокровище себе. Ребята, хватит вам. Из-за чего вы ссоритесь? Сио! Дело в том, что... Это из-за сокровища. А? Сокровище? Хана, вы хотите сказать, что сокровище там, где значок? Так вы и нашли его? Нет. О, Хан, эта карта очень древняя. Может, в том месте была старая станция? О, ты прав. Там когда-то была станция. Что? Тогда где же это место? Сейчас. Перенесем значок на карту старой станции. А, это же старый парк. Сейчас на этом месте стройка. Значит, там стройка? Спасибо! Подожди нас, Руги! Ай, как я устал. Руги! Подожди! Вот так дела! Так гонять небезопасно! Ух, дети! Вперед, Пэт! Что? Сокровище? Да, и оно спрятано где-то поблизости. Но мы же здесь все перерыли. Да, и ничего ценного не нашли. Есть одно место, где мы еще не копали. Тут есть одно очень старое дерево. Вот это оно! Копни-ка там, Поко! Запросто! Там что-то есть! Сундук с сокровищем! Эй, детки! Ездить так быстро очень опасно. Вы все превысили скорость. Руки, Пэт! Куда это вы так спешили? Мы так хотели найти сокровище. Сокровище? Да! Руки, ты не мог бы раскрыть этот сундук? Это сокровище? Хорошо, попробуем открыть. Что это? Это не сокровище! С того самого дня я всегда мечтал стать полицейским. Я спрятал полицейский значок как сокровище в эту шкатулку и собирался открыть ее, когда стану настоящим офицером. Не могу поверить, это он! Ого! Так ты стал тем, кем всегда мечтал стать! Да! Вот это да! Мы и не знали об этом! Значит, мы напрасно ссорились! Таю, прости, что я обманул. Нам тоже стыдно. Нет, я ведь тоже виноват. Давайте больше не ссориться. Да! Спасибо, друзья. Для меня это настоящее сокровище. Я очень устал на работе, но благодаря вам мне стало легче. Правда? Но превышать скорость нельзя. Мы не будем. Автобусы все-таки нашли сокровище. Благодаря им Руки и Пэт стали чувствовать себя куда лучше. Руги, сыщик! Ленни возвращается на станцию после рабочего дня. Я устала. Помыться и отдыхать. О, нет! На помощь! О, нет! Ленни сломала мойку! Какая беда! Я сломала мойку!
О, это же Ленни! Ленни! Это голос Таю! Скорее прятаться! А, Ленни! Почему она уехала? О, о, нет! Наша мойка сломалась! Нам придется вызвать мастера. Правда? А долго ее чинить? Где-то 2 дня. Вот так дела. Кто же мог это сделать? Таю, ты первым здесь оказался. Ты видел, кто это сделал? Я никого здесь не видел. Правда? О, значит, никто ничего не замечал. Тая не знает, что это я. Вот повезло. На следующее утро маленькие автобусы собрались перед мастерской. Боюсь, помыться не удастся. Не беда. Что? Роги? Называйте меня Роги-сыщик. Ты теперь Роги-сыщик. Мы знаем, что мойка не могла сломаться сама по себе. Я обязательно найду того, кто совершил это преступление. Посмотрим. Где ты был прошлой ночью? Я был с Ханной в ее мастерской. Правда, Ханна? Угу, это правда. Понятно. А что скажешь? Ты, Ленни, ты ведь мылась вчера вечером. Признайся, это ты сломала мойку, не так ли? Нет, когда я помылась, с ней все было в порядке. Чем докажешь? Я... Мы все ждем ответа. Хватит! Ленни права. Я был на мойке после Ленни, и она не была сломана. О, Таю. Значит, последним на месте преступления был ты, правильно? Я... Уже так поздно! Мне пора работать! Пока! Стой! Мне тоже! Тут дело нечисто. Почему Тая сказал неправду? Он знает, что это я? Ленни! Я? Скажи, это ведь ты сломал автомойку? Ты что, Тая? Ты меня обвиняешь? О, нет, я тебя не обвиняю. Как ты можешь меня подозревать? Прости меня. У Ленни не хватает одного колпака. Ленни, у тебя нет одного... Неважно, ты меня обидел. Я только хотел сказать, что она потеряла колпак. Надеюсь, Тая не знает, что это я. Ну что ж, следуй за мной. Итак, я намерен осмотреть место преступления. Но, Роги, я-то тебе зачем? Сыщику вроде меня всегда пригодится смышленый помощник. А можно хотя бы усы стереть? Нет, если хочешь быть сыщиком, придется носить усы. Какой же там беспорядок? Знаю! Судя по всему, это сделала большая машина! Похоже, нашу мойку сломал сам Биг! Что? Но Биг поехал отвозить груз, он вернется только завтра. Правда? Тогда это не Биг. Следы ног! Я нашел улику, которая очень мне поможет! Это следы ног Ханны! Это Ханна сломала мойку! Роги, Ханна оставила эти следы, когда пыталась починить мойку. Ясно. И все равно я поймаю того, кто это сделал. Приключения Тая. До
скорой встречи! Пора назад на станцию. Ну как мне вести себя, будто я невиновна? Эй, желтый автобус! Да? У тебя нет колпака на переднем колесе. И правда. Спасибо, что сообщили мне. Не за что. До свидания. Где же я его потеряла? О, нет! А, мойку еще не починили. О, что это? Это же колпак Ленни! Выходит, что это Ленни сломала мойку. Но если ее поймают, ей будет ужасно стыдно. Я знаю, я спрячу колпак. О, Ленни! Смотри, мойка все еще сломана. Скажи, что ты здесь делаешь? Тебе надо отдохнуть. Вообще-то я собирался... Не с места! Рори? Что-что? После тщательного расследования я установил, что преступник прямо здесь! Роги, я уверена, мойку скоро починят. Так ли уж важно, кто это сделал? Лень, ты хочешь защитить виновного? Нет, нет, что ты! Тайо, преступник наверняка ты, так как ты был здесь последним. Я бы на твоем месте во всем признался. Что? Друзья, что вы здесь делаете? Сита! Мы собирались ехать спать. Ну что, вперед! Хорошо! Подожди! Ну, держись, Тайо! Ленни? Что ты здесь делаешь в такой час? Ленни, ты пришла забрать это? Я не знаю, о чем ты говоришь. Это твой колпак, Ленни. Я приехал забрать его с мойки, чтобы уберечь тебя от неприятностей. Что? Значит, Тая все знает. Надо унести его отсюда, пока нас не поймают. Выходите! Вы окружены со всех сторон! Сдавайтесь и выходите! Немедленно! Это Роги! Что же делать? Ленни! Оставайся здесь и не шуми! Что? Таю! Внимание, повторяю! А вот и он! Таю! Я так и знал! Преступник всегда возвращается на место преступления! Тайо, так это сделал ты? Да... Тайо! Ты все это время нас обманывал? Мне так жаль! Но Тайо не виновен! Это все я! Случайно сломать мойку – это не так страшно! Но ты не должен был врать, Тайо! Простите меня! Это не Тайо! Это сделала я! Ленни! О чем ты говоришь? Это правда! Все ясно. Ленни, мы не стали бы наказывать тебя из-за мойки. Но ты не должна была обманывать для того, чтобы скрыть правду. Так же, как и ты, Тайо. Нам очень стыдно. Однако, мы рады, что вы защищаете друг друга. Мы прощаем вас обоих, но только на этот раз. Больше не обманывайте. Спасибо, Хана! Простите, я исправлюсь, Хана. Я тоже. Прости, Тайо, это все из-за меня. Спасибо. Это пустяки. Ну, а ты считал меня преступником, так ведь, мистер сыщик? Мне очень жаль, это ужасная ошибка. Ты
Ты никудышный сыщик, а я увольняюсь. Лэни была благодарна Тае за то, что он ее выгораживал. И оба пообещали больше никогда не врать. Вы смотрите Тайо, маленький автобус, на официальном канале Тайо на YouTube. Подпишитесь, чтобы смотреть новый эпизод каждую неделю. Врум-врум!